Вот сейчас приволок оттуда снизу. На эти. На мишку. Сейчас буду. Сейчас буду привязывать. Сейчас поближе, да не видно будет, не слышно. Сейчас вот привяжу ее, шкуру. А этот придется мешок-то выбросить. Да вообще-то увезу его. Вот это. Тут отработка, креолином залил. А так. Сейчас привязывать буду. Что-то совсем. Коровья шкура. Тяжело, блин, уже запахло. Сейчас привяжем ее, чтоб мишка не упер. Так, надо петли. Делать, чтобы затянул. Вот так. Уже воняет, здорово. Ё-моё. Так, вот видите, порвал он. Она спокойно может оторвать. Ладно. Сейчас еще натянем. Это для него не проблема. Оторвать.
Да ладно, пусть так. Погоди. Так, ну ладно, сейчас я попробую, заберу мешок, попробую потом вам сфотографировать его, снять это. Если YouTube не закрою, то я вам сниму медведя. Скоро встанет он. Сейчас пойдем. Вот так. Привязал. Но тогда он что-то тянул, не оторвал. Не оторвал, парень. Сейчас пойдем. Ох ты, крутится. Вот так вот. Говорят, хороший. Вот смотрите, как хороший. Эти крутятся. Ладно, пойдем. Хотел сам себя еще снять. Тут я домик из камней вот соболю делал. Ну все, теперь осталось дождать и потом кино снять. Сейчас по-быстрому дойдем. Я тогда вот сюда привязывал, вот березу вот ломил у меня. Даже березу отломил. Да что, тянул эту шкуру. Ну ладно, сейчас. Хотя у меня мыслей веселых уже не осталось. В моей голове даже все мои проблемы померкли. У меня, потому что мозги работают, я не очень пропаганде верю, что творится в мире. Так что мне слишком жалко людей. За что они гибнут? Непонятно. Я-то понимаю, за что они гибнут, люди. Я уже сколько раз говорил. Если кто ко мне с войной придет, я все равно одного да приберу. Вот так. А может даже не одного. Но сколько смогу, столько и буду
защищать свою землю. Запомните, не государство, а свою родину, землю. Вот этот лес, вот этот снег. Да я лучше умру, но никуда с нее не двинусь. Так что вот такой мой патриотизм. А не то, что там государство где-то разборки наводит. Для меня это неприемлемо. Я человек честный и понимаю, что творится на белом свете. Так что не надо меня обзывать ни террористом, ни предателем. Ну-ка попробуйте ко мне придите и посмотрим, какой я предатель. Вот так вот. И так что, блин, хватит истерию нагонять всяк. Ну ладно, всего доброго. Вот еще надо запчасти взял. Ну вот. Не знаю, что будет, но все равно нужно готовиться к сезону. Ладно, всего доброго, пока. Всем не болеть, не хворать. Сейчас буду привязывать все это и поеду домой. Там у меня-то работы вообще вал еще. Так что я вот буду каждую березку защищать, прикиньте, каждую. Но то в том случае, когда только придут к нам. Все, я уже все сказал. А так... Считайте, как хотите, но я свой патриот. Каждую травинку, каждый вот кустик буду защищать, понимаете? Поймите, это одно. Я никому до самого последнего дыхания не отдам свою родину. Все. Всем добра, всем не болеть. Пока-пока.